Всех приветствую, дорогие подписчики и случайные зрители. В этом видео покажу, как добавить сенсорный помощник на экран вашего Xiaomi. В этом меню вы можете добавить любые приложения, которыми часто пользуетесь. Будете иметь к ним быстрый доступ. Ну что, погнали, покажу, как добавить это меню на экран вашего телефона. Открываем настройки, идем в расширенные настройки, сенсорный помощник, включаем тумблер, нажимаем функции ярлыков. Сюда вы можете добавить приложения, которые вам нужны. Можете понастраивать еще что-то другое, предпочитаемые жесты, нажатие скольжения, автоматическое скрытие и так далее. Скрывать после 3 секунд бездействия, скрывать в полноэкранном режиме. На этом все, друзья. Вот такую фишку я вам сегодня подсказал. Подпишитесь на канал обязательно, прожмите лайк. Пока-пока.